никогда не думал, что мне придется серьезно заняться экономикой. Но вот став мэром, пришлось. Всякий кризис рыночной экономики, это, безусловно, такие тяжелые времена, но это фактически старт новому периоду. То есть, одним словом, это стимул для, хороший стимул для развития, для броска в период. Самое сильное оружие сегодня – это оружие идеологическое, информационное. То, что влияет на умы людей, то, что формирует общественное мнение. Так вот, интернет в этом отношении предоставил практически бесконечные возможности. Мне интересно было заниматься физикой. Я поступил, сдал экзамен и поступил в физико-технический факультет. Я распределился на одно из предприятий оборонных, которое показалось мне интересным. Я всегда занимался тем, что мне интересно. Просили очень остаться в армии, но я посчитал интересным вернуться, заняться деятельностью, именно возглавив город Новосибирск, порешать задачи, проблемы, участвовать в решении задач и проблем, стоящих перед Новосибирском. Я склонен как раз практиковать встречи со студентами, встречи, разговоры, потому что это очень полезно, дает новую пищу для размышления. Ну и кроме того, живая непосредственная обстановка, но она позволяет как-то немножко вот отойти от суеты повседневной. Поступило несколько предложений очень интересных. Одним словом, встреча, она изобиловала конкретикой, конкретными предложениями, и очень интересно.